Больница Страдыня договорилась со строительной компанией «Велве» о методике возмещения возросших расходов на строительство нового корпуса больницы. Так строительство сможет продолжиться. Темпы строительства корпуса А2 больницы Страдыня, огромного объекта стоимостью 88 миллионов евро, значительно замедлились. И застройщик это признает. С нынешним темпом уложиться в график уже невозможно. Причина – рост затрат, покрыть которые за счет средств компании уже невозможно. Строители просто не могут вынести это на своих плечах. Методика, которая применялась ранее и которая была на других объектах, в таком масштабном проекте не работает. Сегодня строителям все же удалось договориться с заказчиком. В правлении больницы Страдыня отмечают, достигнутое соглашение будет включать не только увеличение стоимости строительных материалов, но и рабочей силы и техники. Повышение цен, рассчитанное застройщиком, увеличит затраты на строительство объекта на четверть или на 22 миллиона евро. Больница приложит все усилия, чтобы найти и вложить эти средства. Для нас и наших пациентов хуже всего будет, если строительство объекта остановится на нынешней стадии. Однако председатель правления отмечает, что поиск финансирования и проверка основания повышения цен будут проходить параллельно. Необходимо оценить и проверить тысячи позиций. Эмилия Гаспарян, Занда Озола Балода, Иван Смиловс, Русал СМ, Латвийское телевидение.